Кубань присоединилась к всероссийской акции, направленной на сохранение автодорог общего пользования и контроль за движением большегрузов. В рамках акции «На дорогу без перегруза» профилактические мероприятия прошли в Славянске на Кубани. Данная акция на Кубани, в том числе и в Славянском районе, стартовала в понедельник и продолжится до 4 октября. Акция направлена на сохранение автомобильных дорог общего пользования. Множество транспортных средств перевозят груз весом намного больше, чем положено. От этого портится асфальт, возникают ямы и трещины. Целями данной акции является обеспечение сохранности автомобильных дорог Краснодарского края, целях недопущения движения тяжеловесных транспортных средств, а также привлечение внимание грузоперевозчиков и водителей к проблеме сохранности данных автомобильных дорог. На трассах федерального, регионального и местного значения действуют межведомственные группы из представителей краевых ведомств и организаций. Ужесточение контроля на дорогах постепенно приучит предприятия устанавливать собственные весы, замеряющие массу фур на этапе загрузки. В рамках проведения весогабаритного контроля сотрудниками ГИБДД осуществляется также проведение проверки технического состояния транспортных средств и тахографический контроль, то есть соблюдение водителями режима труда и отдыха. Это позволяет более полно выявлять полный спектр нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения. В случае выявления транспортных средств с нарушениями к водителю предпринимаются меры административного воздействия, включая задержание транспортного средства. Сейчас действуют у нас новые правила перевозки грузов. Очень ужесточена ответственность водителей за движение тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств. Введена ответственность не только грузовладельца, водителя, но и введена ответственность грузоотправителя, то есть фирма, либо предприятие, которое провело погрузку транспортного средства с нарушением, не только полная масса, но и осевых нагрузок, несет ответственность. На предпринимателя сегодня штраф за это действие 80-100 тысяч, на юрлиц штрафы 250-400 тысяч. То есть это большие деньги, большая ответственность. Во время акции водителям транспортных средств, движущихся без перегруза, вручали специальные стикеры с надписью «Езжу без перегруза, берегу дорогу», а также памятки, как перегруз воздействует на дороги, административная ответственность за нарушение правил движения тяжеловесных транспортных средств. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».